Множество больных и обреченных людей сегодня утратили веру и надежду в свое выздоровление, которое требует крупных и неподъемных затрат. Партнеры Фонда Возрождения оказывают огромную помощь таким людям, оплачивая лекарства, терапии и покупая дорогостоящее оборудование. Оборудование под сенсорно-интегративную терапию – это терапия, которая дает возможность ребенку через определенные движения скоррегировать свое поведение, научиться читать, писать, разговаривать, видеть, слышать и воспринимать все окружающее таким, каким мы с вами, обыкновенные люди, его воспринимаем. Чтобы действовать, Богу нужны люди, которые откроют свои сердца и позволят Ему двигаться через их финансы. Человеку всегда нужно на кого-то надеяться, на что-то. Бывают люди, на которых, действительно, кроме фонда, не на что надеяться. Поэтому, когда ты все-таки понимаешь, что у тебя есть на что-то надежда, насколько легче живется, насколько ты понимаешь, что ты не один, что в крайнем случае у тебя есть на кого опереться. На сегодняшний день мы слышим тысячи благодарностей от людей, жизнь которых очень изменилась и приобрела новый смысл. После того, как мне сделали операцию, я стала ходить. Это очень классно, это непередаваемое чувство, когда ты можешь ходить. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за ваше доброе сердце, то, что вы помогаете. Делайте и делайте еще больше. Мы вам очень благодарны за вашу помощь. Спасибо партнерам. Вместе мы можем сделать еще больше.